Священномученик Владимир родился в 1879 году в селе Вятское Ярославской губернии в семье церковнослужителя. Окончив школу, Владимир пошел по родительским стопам, стал служить псаломщиком. Чувствуя, что Господь и Церковь – это его истинное призвание, и именно Богу ему хочется служить более всего на свете, Владимир Михайлович принял священнический сан. В 1932 году отец Владимир служил в селе Воскресенском Даниловского района Ярославской губернии. Когда власти стали покушаться на церковное имущество, намереваясь закрыть храм, батюшка всячески противился этому. Как итог, его арестовали, обвинили в сокрытии церковных ценностей и на 3 года отправили в ссылку. По возвращении отец Владимир стал служить в храме села Крутово Первомайского района, но вскоре грянул роковой для всех верующих 37-й год. Священника арестовали. Обвинение, организация группы верующих, среди которых проводил антисоветскую агитацию и высказывал террористические намерения в отношении партии и правительства, отец Владимир не признал. По приговору тройки УНКВД по Ярославской области, Владимир Вятский был осужден на 10 лет заключения в Темниковском лагере в Мордовии. Там, спустя год после приговора, батюшка скончался. Девятое октября. День памяти священномученика Владимира Вятского, пресвитера.